Самаре на улице Победы устанавливают новые светофоры. Один из них появился в районе пересечения Земица. По словам местных жителей, светофор на крутом повороте жизненно необходим, чтобы останавливать водителей-лихачей, которые зачастую пренебрегают правилами и не пропускают пешеходов на зебре. Недавно перенесли пешеходный переход, и часто было неудобно переходить. С установкой светофора, я думаю, что все поменяется. То есть мы переходим на европейский уровень. Новые светофоры действительно отвечают всем современным требованиям. Они потребляют на 50% меньше электроэнергии. Новые светофоры выполнены по новым стандартам. Они являются светодиодными, что улучшает видимость их как в ночное, так и в дневное время. И они более защищены от перегорания. Рабочие планируют установить 59 светофоров на ремонтируемом участке. 27 из них уже смонтированы. Светофор устанавливается по всей улице Победы. Запланирована установка на 11 пешеходных переходах на участке от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Напомним, улицу Победы ремонтируют по контракту трехлетнего жизненного цикла. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. Содержанием дорог и прилегающей территории будет заниматься одна подрядная организация. Благодаря такому подходу все обязательства по гарантийному ремонту в течение 5 лет будет исполнять подрядчик. Анатолий Головко, Николай Сидоров, События.